В Беларуси за 9 месяцев продали продуктов питания и напитков на 25 миллиардов рублей. Из всей суммы 19 – товары отечественного производства. Часть в общем обороте – 78%. Импортозамещение активно развивается в продовольственном секторе. Минобороны введет новые элементы формы. В планах разработка моделей женского военного платья, тактических рубашек, флисовых курток. Первые образцы уже поступили в войска для тестирования. В будущем они могут присоединиться к основному гардеробу военнослужащих. В республике убрано почти 182 тысячи тонн овощей. На сегодняшний день намолочено почти 9,5 тысяч тонн зерна с учетом рапса. План по заготовке травяных кормов выполнен на практически 96%. Радуют показатели сахарной свеклы. В Бобруйске пройдут 9-е региональные образовательные чтения «Православие и отечественная культура». В программе пленарное заседание и работа тематических секций. Местом проведения станет областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. «Беларусьфильм» и китайская кинокомпания обсуждают создание первого фильма. Уже в декабре страны планируют подписать документ о совместном кинопроизводстве. Это не единственное общее сотрудничество. Совсем скоро в Поднебесной начнется изготовление отечественного мороженого.